Итак, уважаемые друзья, следующие 45 минут я потрачу на то, чтобы показать вам, что же нового и интересного появилось у нас за последний год от компании Autodesk и House Group, оно же теперь Render Legion. То есть, как изменился Max, как изменился V-Ray, как изменился Corel, и как все это взаимодействует между собой. Ну, давайте заметим, Max у нас с вами версии 2020, притом вот буквально только что, за 3 дня, понимаешь, до того, как этот семинар подготовил, ну, за 4, ладно, к нему уже вышел 2020 сервис Pack 1, который чуть-чуть улучшил там, чуть-чуть улучшил здесь. А в целом, сейчас, с вашего позволения, позакрываю все эти пейнты, которые остались у меня от видеомонтажа. И вот здесь я немножко напишу. Итак, во-первых, мы увидим сегодня некоторые новшества 3D Max 2020 с установленным Update 1. Update 1 не так уж и много добавил. Конечно, каждый раз ожидаешь от него больше. Но вообще компания Autodesk немножко обленилась. И в Max начиная где-то с версии 18 и дальше. 2018. Нововведений не сказать, что много. Ну, что уж поделать. Одну секунду, друзья. Вот нам Надежда пишет, что ничего не видно. Уважаемые вебинаристы, напишите мне, есть ли у других картинка. Ну, Надежда, я извиняюсь, значит, что-то у вас. Попробуйте переподключиться. Раз у других картинка есть, а у вас нет, значит, да, что-то не так. Спасибо, друзья, что написали. Извините, что сбился. Так вот. Конечно, хочется больше от Max увидеть нововведения, но те, что есть, они полезны. По большому счету, немножко изменились проекции, немножко улучшился модификатор Chamfer, немножко добавились материалы. Ну, кстати, по материалам хорошие изменения были в 19-м Max. Впрочем, о них мы тоже сейчас поговорим. Помимо Max, мы поговорим с вами о том, как с ним взаимодействует Corona Render, третья версия. Наш чудесно любимый V-Ray Next. Он, кстати, тоже недавно обновился. Сервис Pack 2. Некоторые нововведения этого второго сервис пака достаточно приятные. Вот все это, надо сказать, между собой очень хорошо взаимодействует. Не глючит, ведет себя стабильно. Я вот потестил все это несколько месяцев долго. И, в общем-то, остался очень доволен все вещи, которые я делал в этой связке. Ну, это примерно, знаете, то же самое, что вот очень полюбившимся людям 3D Max 2018 сервис Pack 4, который тоже надежный, как стальной лом, с V-Ray Next или 3.6 и короной, там 1.7 или 2.0. Это вот то, на чем люди работали годами последними. Вот примерно настолько же хорошо оно у меня и работало. То есть никаких нареканий, не замечаю. Все хорошо. И я вам хочу показать две небольшие зарисовки на тему 3D, на которых я покажу те или иные интересные функциональные возможности. Вот давайте откроем первую зарисовочку, которая познакомит нас с нововведениями V-Ray. Здесь у нас такая приятная машинка. Сейчас загрузится. Не, ничего себе. Кто мог подумать, извините. Файлика одного не хватает. Вот ты падишь. Он должен был быть. Не скопировался, видать. Ну, ничего страшного. Это мы сейчас поправим. Я его вроде отсюда тащу. Извините, друзья. Все, теперь есть файлик. Ага, вот оно что. Извините. Дорогие вебинаристы, сейчас обновляется картинка у вас? Да, действительно, был фриз. Вот сейчас, наверное, все хорошо. Бывает такая проблема, но, надеюсь, сейчас разлагало вас. Итак, вот открылся у нас первый файл, но я пока еще, к счастью, не успел ничего интересного показать. Вот сейчас как раз... Ну что ж, спот 1 и есть. В общем, не спот 1 и есть.
Извините. Прямо вот с самого начала начинаются небольшие проблемы, но... А, вот. Нет, вот трансляция идет, голос идет, живот идет, трансляция, и как не надо... Вот теперь все хорошо. Нет, еще раз проверим, зацепит ли он источник света, потому что это ЕС-очка, то есть световой профиль. Вот, теперь все. Итак, поговорим с вами о том, что же такого интересного, полезного у нас в Максе и Вере. Ну вот, первое, что разработчики Макса нам готовы представить, это функционал, который позволяет Максу хорошо себя чувствовать на конфигурации с двумя магнитонами. Ну, если у тебя на компе два магнитона, то ты можешь в окне вызвать специальные отдельные окна, которые могут плавать по экрану. Кстати, интересно. Одну секунду. Вы можете вызвать, вот нажать плюсик здесь. И вот новая функция называется Float Viewport, плавающая проекция. Не особо полезно, если монитор у вас один, а вот если их два. Если я включил Float Viewport, у меня появляется отдельное вот такое окно проекции, которое можно делать маленьким или большим. Можно переключать его на перспективу, там, на камеру, на что хочешь. И чем это здорово? Это окно я могу положить сейчас на второй монитор. И вот у меня два монитора, и теперь у меня на одном окне вот такая здоровенная перспектива на весь экран, ну или камера. Но в другом окне обычный Макс. И вот уже вот это окно я могу переделать из перспективы во что-то еще полезное. То есть, повторюсь, нажали плюсик, нажали Float Viewport, заказали дополнительное окно, настроили его, положили куда нужно. Это позволяет более эффективно применять двухмониторную конфигурацию. Теперь о новшествах V-Ray. В этой сцене у нас уже включен V-Ray Next Update 2. Он же известен как V-Ray Next Service Pack 2. И вот у V-Ray, ну, как всегда, это наш любимый V-Ray, это высокая рендеринг, это очень высокая гибкость. Я сейчас попытаюсь отрендерить картинку, но, естественно, мне не откажет и сделаю что-то симпатичное. Я попытаюсь сейчас считать машинку. Чем вообще хороший и интересный V-Ray последнего поколения? То, что кроме обычного V-Ray Next, у нас есть V-Ray Next GPU, который рендерит видеокарты. Он отлично интегрирован в Max 2020, собственно, 19 Max отлично встроен. И благодаря Next GPU на сценах, которые с GPU совместимы, вы можете получить сумасшедшее быстродействие за счет того, что задействуется видеокарта. Вот я сейчас переключусь на GPU режим. К сожалению, до сих пор создатели V-Ray так и не сделали полноценную поддержку всех функций. Там все равно есть вещи, которые с GPU не дружат, но тем не менее. Да, и дорогие вебинаристы, второй монитор вы не видите, я на нем ничего сейчас не показываю специально. Я просто обозначил, что можно положить картинку, но вы не будете видеть. Нет, да ничего не было, собственно. Я включил V-Ray Next GPU, и теперь хочу проверить в преференциях, видит ли он мою видеокарту. Ну, видит, как минимум, у меня 680 GeForce, далеко не самый новый. Но я же могу включить одновременно и процессор, и видеокарту. И вот теперь скорость рендера очень сильно будет увеличена. Я сейчас запускаю просчет. Так называемый late cache просчитывается примерно с той же скоростью. Но сейчас только он подготовит так называемый шейдер для видеокарты. Это один раз надо его сделать. По сути, познакомиться с моей видеокартой, так скажем, образно. Вот. И вот теперь будет куда бодрее. Late cache просчитывается с той же скоростью, потому что этот процесс выполняется, грубо говоря, обычным образом. А вот теперь, когда пошли считаться так называемые пасы, он за один проход сразу 16 пасов считает. Второй проход уже 32 паса будет. Ну и дальше все очень-очень шустро. Функционал весь тот же, все работает как в обычном режиме, просто скорость очень сильно возрастает. И особенно приятен в тот момент, что, конечно, тебе хочется максимально качественно видеть картинку в процессе построения. Вот мне сейчас хочется камеру подвигать,
хочется машинку покрутить, хочется там задний фон поперемещать. И для этого раньше у нас была традиционная система, которая называлась интерактивный просмотр. То есть мы заходим в настройки VRA, включаем IPR, Interactive Preview, открывается окошко с так называемым интерактивным режимом, который реагирует на все ваши действия немедленно. То есть я сделаю поменьше сейчас окошечко. И вот я, допустим, буду двигаться ее ручной камерой, я вижу, как в IPR тоже картинка обновляется. Но создатели предлагают нам еще более интересный фокус. Можно включить интерактивную проекцию. То есть прямо в окне камеры вызвать просчет, сохранив функционал. То есть можно будет по-прежнему выделять объекты и манипулировать их. Для этого мы нажимаем по названию вида и активируем функцию VRay GPU APR. И включается особый режим проекции, в котором в этом окне будет визуализироваться картинка, но вы по-прежнему сможете выделять предмет и, скажем, переместить его. В процессе перемещения он будет показан контуром, но потом картинка обновляется. Вот, допустим, я хочу вывернуть колесо в машине. Я ее разгруппировываю, ну или open делаю. Я выделяю только колесо, и прямо здесь я его поворачиваю. И прямо на рендере я вижу, как оно обновляется. Ну, кстати, если включен был бы обычный VRay, а не через видеокарту, вот эти обновления работают быстрее. С видеокарты как раз он немножко помедленнее. Если сейчас я отключу его и включу VRay-чик обычно, интерактивность в проекции у него поинтереснее. Но на самом деле это зависит от видеокарты. Здесь видеокарта такая себе среднего класса, поэтому есть довольно приличная задержка. Вот я обычный VRay включил, который без поддержки карты. И он более, ну, скажем, медленнее рендерит, но вот именно реакция на то, что я делаю, у него более шустрая. Ну, этот функционал требует, да, довольно мощного компа, чтобы реализовываться качественно. Но это интересно. То, что я могу, допустим, нарисовать какой-то объект, и он сразу визуализируется. Могу его двигать, крутить, красить, и в реальном времени видеть весь фидбэк. Одновременно с этим вы можете использовать еще и денойзинг, то есть шумоподавление. Притом денойзинга два вида есть у нас в VRay. Один для интерактивного режима. Вот я добавляю систему VRay денойзинг, то есть подавление шума. И в последних VRay у нас есть возможность выбраться. Стандартный VRay денойзер или NVIDIA. Такая же тема и с коробкой. Денойзер компании NVIDIA работает на основе нейросети, то есть искусственного интеллекта. Он очень быстрый, но качество у него хуже, чем обычно. Зато он не расходует время. Кстати, что интересно, когда ставишь корону, она каждый раз с сайта NVIDIA скачет последнее обновление для нейросети. Я выбираю NVIDIA Denoiser AI. И теперь у меня в проекции картинка еще и денойзится. То есть проходит какое-то время, и она так сглаживается идеально красиво. Вот сейчас несколько пасов он выполнить все равно должен. Также интересный момент. Вот я подготавливаю сейчас свет, я хочу настроить фары, чтобы они красиво и ярко светили. Но из-за материалов вот этих я не вполне понимаю, насколько у меня вообще освещение интересно работает. Потому что бывает так, это особенно в интерьерах чувствуется, когда у тебя из-за сложных материалов, ну, допустим, черного пола, плохо видно, как освещение на него падает. И вот что нам предлагают создатели. Или в режиме интерактив вьюпорта, или в режиме обычного интерактивного рендера, у вас появились новые интересные кнопочки. Одна, по сути, кнопочка интересная. Ну, и одна так себе. Это уже VRay вот самый последний, который Service Pack 2, о котором я сейчас говорю. Вы могли сделать здесь вот две новых кнопочки. Вот они. Первая кнопочка, я боюсь, не очень интересна, всего лишь уменьшает размер картинки рендера. Вдвое, там, втрое, вчетверо. Это когда ты зарядил рендер огромный, а хочешь черновик отрендерить поменьше. Можно нажать ее, он 50% сразу делает. Вторая кнопка куда интересная. Она позволяет вывести один из нескольких слоев. Допустим, только освещение. В режиме только освещения игнорируются материалы.
И вы видите картинку в сером материале, на которой отлично виден свет. Пожалуй, самая полезная функция этого нового. Есть еще функция, которая называется «показывать только выделенные объекты» из Allied Selection. Это когда у тебя типа много объектов, и меню очень, ну, как бы эта система тормозит. Ты выделяешь нужный тебе, и обновляется только он. Ну, скажем, только машинка. Или там только подставка. Ну, в этом случае понятно, что скорость намного выше становится. Отключим его. Что еще интересного в Vray? В Service Pack 2 появились, ну, просто ошеломительно красивые оптические эффекты. Это механизм, который позволяет нам с вами получать очень красивые визуальные всякие сияния, свечения и так далее. Раньше всегда в короне это было лучше сделано. Но сейчас создатели Vray поднялись на ступеньку выше. Сейчас покажу вам их. Только сначала меня интересует подобрать чуть-чуть более интересный ракурс, возможно. Я вот хочу повернуть камеру немножко. Ну и заметьте, у меня немного съехали лампочки в фарах. Ну, давайте мы попробуем их переместить. Полагаю, они должны быть где-то здесь. Ну, а теперь фары красиво горят. Ну, замечательно. Эти лампочки сейчас играют свою роль. Для того, чтобы получить более быстрый и красивый рендер, я, пожалуй, все-таки переключусь на Vray GPU, который рендерит видеокарты. И еще для большего антуража я хочу добавить один медленно просчитывающийся, но симпатичный эффект, который называется эффект атмосферы. Это сделает картинку еще более такой сложной. Для этой цели я нарисую специальный контейнер, так называемый атмосферный, в виде цилиндрика. И зайду в диалог окружающей среды, добавлю Vray-евский туман, Vray Environment Fog. Прикажу ему заполнить данный контейнер. Ну и, пожалуй, сделаю его максимально светлым. Сейчас, если мы посмотрим предварительный взгляд, увидим, да, мы увидим, что у нас сцена полностью поглощена туманом. Он в темноте горят фары. Это потому, что дистанция тумана всего 1 метр, 100 сантиметров. То есть всего на метр сквозь него видно. Давайте добавлю нолик сюда. Ну и вот теперь уже поинтереснее. Добавим еще, пожалуй, в начало двоечку или троечку. Ну это хороший, интересный эффект. Можно цвет тумана поменять. Да, благодаря этому эффекту мы с вами видим вот этот вот светящийся лучи, бьющий с фар. Ладно. Выполним окончательный рендер. Кстати, заметьте, да, то, что здесь я тоже могу включать отображение, скажем, только освещение. Вот сейчас все остальные эффекты отрубились, видим только свет. Или вообще отключить его. Ну и выполним уже окончательный рендеринг. Не буду я заморачиваться. Единственное, что подавление шума я включу, конечно, качественно. Какой там размер картинки? Хороший там размер картинки. Да, с туманом. Честно смотрится, то есть может такие довольно банальные сцены, добавление вот этого атмосферного эффекта, делать куда более симпатичными. Видим такие лучи света из фар. Дадим ему буквально порендерить несколько пасов. Надо сказать, что вот этот вот туман, он еще и быстро довольно просчитывается, особенно если видеокарты делаются.
Зайдем в диалог обработки. Ну и давайте добавим контраста, чтобы поглубже цвета получаются. А теперь вот тот самый обещанный, друзья мои, набор оптических эффектов новых. Вот этот набор с оптическими эффектами был очень сильно переработан. Как видите, если сейчас, давайте я дам посчитать немножко еще. Ну, с вашего позволения я остановлю просчет, не хочу слишком долго ждать. Мне кажется, видеокарта подглюкивает и выдает какую-то ерунду в качестве подставки. Ну ладно, бог с ним. Я включаю оптические эффекты, ну и вот у меня возникает какое-то такое свечение здесь. Как и в старых версиях премьера, извините, заговорился, не премьер, конечно, а Vire, сейчас был Adobe премьер, но до сих пор клиент. Вот. Как и в старых версиях премьера, у вас есть настройка размера этого оптического эффекта. И вот вторая регулировка – это как он выглядит. Видите на фаре, да? Или как размытое пятно, или как четкие лучи. Вот я их сейчас вижу хорошо. Начинается самое забавное. Можно добавлять на линзу фотоаппарата, вот этот диафрагму фотоаппарата пустого показан. Можно добавить на нее, допустим, царапки, scratches. Вот они добавились. И теперь эффект смотрится куда более сложно. Царапок можно добавить несколько в разных направлениях, и каждый раз визуально он получается по-своему. Можно форму у них поменять. Этот же эффект очень хорошо будет в интерьере смотреться. Можно поменять размер формы. Вот здесь вы видите, как примерно эти царапки лягут на объективе. Также на объектив можно добавлять пыль. Dust. И это тоже усложняет оптическое вот это, делая его еще более хаотичным, еще более сложным. Эти добавились такие точечки. Это как будто маленькие пылинки легли на объектив и создают вот такой красивый, сложный эффект. Но я, чтобы сейчас не ждать, выполнил несколько рендеров. Вот, допустим, так рендер смотрится, если потратить примерно 10 минут на просчет. Сейчас мне было жалко 10 минут расходиться. Вот эти вот расчудесные эффекты. Такой, конечно, радужного всплеска, да, раньше было очень сложно добиться без всяких там фотошопов. Сейчас запросто. Чуть-чуть другой эффект. Здесь как раз он выключен, но зато оставлен светосфор через туман. Надо сказать, что Vire как был, так и остается великолепным средством для продакшн-визуализации, для создания видео. Но вот в том, что касается интерьеров, все чаще и чаще, конечно, мы видим применение коробок. И давайте поговорим теперь немножечко о них. У меня есть для вас еще один примерчик. Вот второй пример покрывания. Здесь такая инсталляция. Традиционно корона может нам помочь с помощью так называемого интерактивного режима. О, ну ладно, окей. Ну, демо, и чё? Угу. Ну, серьезно. Вот так вот, да? Эх, кто-то, понимаешь, мне немножко напакостил. Все, друзья мои, из-за технических проблем, да, с короной сейчас не получится. Я переключился на Vire Next. И, нажав правой кнопочкой, вызвал так называемый вирейский конвертер. Vire Scene Converter. Он позволит мне быстренько переделать
короновский environment, то есть все, материалы, свет в еврейские. А при том те вещи, которые совместимы, он даже переделывать не будет. Вот он все быстро перестроил. Я вижу, что в редакторе материалов, вот если я возьму редактор сейчас, у меня в редакторе все как было, так осталось, только материалы теперь вот эти вот стали все евреевские. А какие-то остались благополучно короновские, которые он считает, что он с ними совместил. Что-то переделал, что-то нет. Ну и в этом случае я включу VRAPR прямо в проекции, как хотел. Здесь прямо буду видеть в реальном времени обновление. Все, как я вам показывал. Да, все заработало отлично. Ладно. Итак, извините за эту проблему. И тем не менее, первый интересный момент, который хочу показать, это никак не связано ни с VRAM, ни с коронами. Это связано с работой модификатора Chamfer. В моделинге, в интерьерном в первую очередь, всякие стены, углы, ну, обычно рисуют боксами или линии, потом экструдом, а тем не менее в жизни всякие вот эти формы, давайте я возьму сейчас стены и все остальное спрячу. Вот все вот эти вот формы, они всегда имеют небольшие закругления по углам. То есть здесь на самом деле никогда не будет 90 градусов угла. Всегда там будет пара миллиметров, а то и сантиметров. Небольшое закругление, филеночка. И в Максе от версии к версии все лучше и лучше. Работает модификатор, который называется Chamfer. Вот это как раз и есть нововведение и 19-го, и потом, и, соответственно, 20-го Макса. Применив модификатор Chamfer, что мы получаем? Мы сразу получаем вот такие фасочки. Ими можно и дальше побаловаться. У Chamfer есть три ключевых настройки. Amount – это радиус фасок. Вот не получается больше или меньше. Сегмент – это насколько много сегментов на фасках. Добавив сегментов побольше, делаю фаски очень гладенькие. Ну и появилась новая настройка в 2020, называется Depth, глубина. Она позволяет эти фаски заглубить наружу или внутрь. То есть они могут теперь еще быть выпуклыми там или обратными. Но по умолчанию стоит 0. Нет, стоит 0, естественно. Чтобы они были плавно закруглены. Что еще очень важно. Как заставить этот самый Chamfer сработать не со всей моделью? Ведь, заметьте, он сейчас закруглил все фаски. И там, где я хотел, и там, где я не особо хотел. Можно использовать множество разных подходов. Например, перед Chamfer применить модификатор Mesh Select, который выделяет нужные ребра. То есть, если я до Chamfer сделаю Mesh Select, в Mesh Select включу Edge, или как вариант полиселект. Давайте я лучше полиселект даже применю. Им будет удобнее выделяться. Это одно и то же по сути. Но полиселект позволяет лучше и проще выделять ребра на полигональных моделях. Потому что он не видит косых ребер треугольных. И вот я выделю вот эти два ребра, вот эти два ребра, вот эти два ребра. Ну и, пожалуй, уголки вот эти. То есть я взял и выделил ребра портала. Ну, потому что углы стены не все равно заходят там под потолок, под пол их не видно. И дальше я перехожу к Chamfer. Можно выключить полигон и вернуться в Chamfer. Видно, что пока ничего не изменилось. Все равно сглажу все подряд. Но у Chamfer в диалоге Selection, выделение, можно сказать, сглаживает только Selected Edges, то есть только выделенные ребра. Ну, предполагает, что вы заранее их выделили межселектом или полиселектом. Ну, давайте я включу. Select Edges. Но я вижу, о, здесь закруглено, здесь нет. Что здорово. Да, так можно сделать и обычным editable поле, но только это будет необратимо. А тут в чем прелесть? Я могу в Chamfer в любую секунду передумать и сделать закругление побольше или поменьше. Я могу при желании там в булине чуть выйдет меж, что-нибудь поправит. То есть, ну, это не окончательные изменения, это отменяемые изменения. Это всегда лучше, чем что-то навсегда поменялось, тоже потом поменяешь. Еще один момент. У меня вот тут есть такие вертикальные планки, которые будут белым деревом покрашены.
И у них тоже я хочу вот эти края зачемферить. И я также применяю сюда модификатор chamfer. И тоже вот мы видим, как он сработал. Можно сделать поменьше радиус. Можно сделать несколько сегментов лишних. Можно отрегулировать depth. Видите, здесь хорошо видно, да? Вот положительный depth 0,5. И вот отрицательный. Плюс он научился отлично вот эти вот делать розеточки угловые, практически безупречные, без повреждений. Я определяю, насколько закруглить эти краешки. На рендере это будет очень хорошо видно. Я вот вернусь в съемочную камеру. Вот этот вот угол, он виден хорошо. И заметьте, вот без чемфера, вот с чемфером. Видите, как он смягчается? Я могу поближе показать, чтобы было лучше видно. Вот без чемфера, вот с чемфером. Исчезает тут прямая рубленная линия. Заменяется таким приятным переходным светотенем. Ладно, чемфер действительно крайне стоящая штука. То есть вот он лично меня радует со страшной силой. Ну и возвращаясь к этой сцене, давайте я включу интерактивный режим, чтобы видеть изменения. Да, корона, к сожалению, здесь не зашла. Какая-то беда с лицензией. Не хочу использовать нехорошую версию, а лицушечка не хочет работать. Верей, не верей, все равно сработать так не нужно. Давайте я сделаю посветлее немножко картинку. Чем верей всегда был хорош, и корона тоже, это просто обработчик. Дорогие друзья, хочется в этой сцене показать вам такой фокус, как, во-первых, материал с картой Advanced Wood. Вот эти вот вертикальные вставки. Это типа должна быть белая деревяшка. И вот у нас есть материал, который называется Wood White, то есть белая древесина. Это короновский материал, но, кстати, что здорово, V-Ray и корона между собой совместимы много материалов. Я могу сделать V-Ray-вский материал, могу оставить короновский, и так все будет работать. У них даже настройки одни и те же. Собственно, это общая концепция, называется Radical Basic Material, благодаря которой V-Ray, корона и все прочие системы работают примерно одинаково в плане материалов. Итак, этот материал нанесен вот на эти вертикальные планки. И я хочу сделать красивую структуру дерева. И вот еще в 19 Max эта штука появилась, но ее, кстати говоря, в 19 Max мало кто заметил. Это специальная карта. Давайте я нажму правой кнопкой и вызову ее к жизни. Maps General Advanced Wood. Она будет у вас первая в списке. Что делает карта Advanced Wood? Она рисует высокореалистичную поверхность дерева математическим путем. То есть это дерево имеет сложную красивую структуру, и при этом оно очень хорошо смотрится. Если я возьму этот самый Advanced Wood карту, я вижу, у нее есть три подключения. Диффуз, бамп и раутнес, то есть грубость. С диффузом, бампом понятно. Диффуз надо подключить в диффуз, бамп надо подключить в бамп. Куда подключать грубость? Вот с ней все немножко сложнее. Ее нужно подключить к слотам Reflection Color, Reflection Glossiness. Но только ее надо инвертировать, то есть поменять черный на белый местами. Потому что она же называется roughness, а не glossiness. Roughness и glossiness, то есть переводится как грубость и гладкость. Это одно и то же, только наоборот исчисляется. Жалко, что я прямо тут не могу переключить ее на glossiness. Поэтому придется что сделать. Смотрите, вы берете эту самую выходную точку и кидаете ее в пустоту. И ставите карту, которая называется output. Карта Output хороша ровно одним. Там есть галка Invert. То есть сделать инвертированный цвет. А вот теперь уже с инвертом. Я ее подключаю на слоты Reflection Color и Reflection Glossiness. Вот так этим и нужно воспользоваться. С короной то, что... Блин, есть материал короновский. Ну, короче, был бы V-Ray, то же самое было бы с V-Ray-ским материалом. Так получается забавно, нам используем V-Ray и короновский материал. Можешь извините. Что теперь? Мы видим с вами материал, как он выглядит. Это деревяшечка. Здесь довольно стрёмный, но на интерактиве будет смотреться симпатично.
Вот, кстати говоря, сейчас я могу воспользоваться функцией, которая позволяет мне игнорировать другие объекты, кроме выделенного. Вот выделил этот объект и нажал «Изолейт селект». И теперь у меня сейчас все прочие объекты, кроме этого, исчезнут. Вот. Давайте я назначу на него данный материал. И я вижу волокна древесины. Что очень круто, она создает реальный 3D-срез древесины. То есть, если это было бы полено, то на торце полена были бы нормальные кольца. Довольно редкий момент. Люди мучаются, не знают, как бревна нарисовать. Вот смотрите, я просто нарисую цилиндр. Просто нарисую цилиндр. И перетащу его на передний план, чтобы мы увидели его в срезе. Поскольку у меня стоит показывать только выделенные объекты, мы не видим сейчас всего остального. Вот он, цилиндр. Давайте я его опущу пониже. Вот. Могу даже наклонить его немножко камеру. И применю на него вот эту деревяшку. И мы видим не только боковую сторону дерева, но и нормальный срез по центру. Сейчас обновите достаточно степени, и вы это увидите. Не знаю, видны там кольца на срезе. То есть, если будут доски, деревяшки, то эти срезы, они будут красиво смотреться все. Очень естественно. Но давайте я вернусь к нашей вот этой доске. Оп. А как быть, если дерево нужно другого цвета? Вот это как раз приятная вещь, то, что в карте дерева есть пресеты. Вот они. Это список пресетов. Орех, вишня, вот, допустим, глянцевая вишня. Вот матовая вишня. Но, правда, чтобы чувствовать глянец, нужно включить все остальные объекты, чтобы отражение заработало. Вот, например, дуб с легкой глянцевостью. И вам достаточно просто переключить пресет, и вы получаете симпатичную деревяшку. Сложно, конечно, представить себе, что на основе математики делать реалистичное дерево. А вот, оказывается, можно. И действительно, вот эти прожилки на дереве выглядят очень убедительно. И это всего лишь одна карта, вот столько радости. Но я хочу белое дерево, как бы крашеное. И это тоже допустимо. То есть, выбрав подходящий пресет, вы получаете доступ к цвету дерева и цвету прожилок. Но там всегда есть вариативность добавления в эти цвета, но базовый цвет вы можете выбрать. И вот я, допустим, базовый цвет ставлю белый, а прожилки ставлю темно-серые. Получаю вот такое окрашенное дерево. Но только со свойствами дуба, то есть срез будет как у дуба. Гладкость будет, соответственно, которая там выбрана. Ну, гладкость можно отсюда менять. Это делается настройкой раута. Делаешь ее больше, меньше, все работает. Вот такая чудесная карта. Работает с верами, работает с коронами. И, ну, который лучше, конечно, было показывать на короне, но тут уж извините, друзья. Вот на этой стене у меня назначен еще один материальчик. Вот он. Называется кирпич светлый. Но только он фактически сейчас никуда не назначен. Давайте его назначу. Я вернусь в Edit Mesh. Выделю полигончик. Вот этот вот. Фига себе, выделим. Ну, ну-ка. Давайте позакрываю все вот это. Что за забастовка? Автосейф, небось, сработал. Макс задумался. О, как! Шикарно. Ладно. Извините. Собиделся на закрывание окошка. А вернее, на Edit Mesh. Ладно, автосейф сработал, на великая беда.
Вот функцию, которую я покажу напоследок, конечно, в Corel она в третьей интересе сделала, чем в Array. Это так называемый displays. То есть возможность менять фактическую форму модели за счет черно-белой карты. И Corona и V-Ray, обе системы очень хороши в создании displays. И до этого я бы все предпочтения отдал V-Ray. Но третья Corona будет возможность попробовать. Это то же самое, что и с V-Ray будет работать. Но она очень хорошо оптимизирована теперь. То есть она может displaysить огромное пространство, даже ландшафт до горизонта. При этом расходу крайне мало ресурсов. Сейчас, извините. Мне нужно восстановить файлик. Почему? Вот так вот, да? Такую секунду. Все хорошо. В общем, да, хотел-то я что сделать? Я хотел выделить полигончик всего лишь. Вот этот. И на него назначить материал, который у меня темненький, но тем не менее называется Bricks White, то есть белый кирпич. И есть у меня острое желание запустить Interactive Preview, чтобы в реальном времени наблюдать радостные изменения. Запускается. И что же там с материалом? Вот есть такая концепция, сейчас называется ПБР, то есть физически точный материал. Эти ПБР-материалы создаются за счет нескольких карт. Вот есть такая карта, как диффуз, естественно. Как видите, я ее немножко переделал, чтобы она получилась у нас светленькая. Там кирпич, но он в оригинале такой коричневый. Я его переделал в светлый кирпич. Вот. Есть у нас карта с так называемой гладкостью. Она, конечно, в случае с кирпичом практически никакая. Там еле-еле какие-то такие светлые кусочки кирпича. Ну, потому что, естественно, кирпич-то матовый, какая-то гладкость у него. Но, тем не менее, я цепляю ее на Reflection Color, Reflection Gaussiness. Добавляя кирпичу хотя бы чуть-чуть, но все-таки блеск. Могу поставить очень высокий коэффициент Фаренеля, чтобы отрискать было заметно. Ну и следующая карта у нас. Глоссинес, а для глоссинеса отдельно, ладно, иди сюда. Ну и вот, карта дисплейса. Самая интересная часть. В чем суть дисплейса? Он создает неровную поверхность. То есть то, что здесь показано белым, будет выдавлено, то, что черным, заглублено. И если я применю карту дисплейса в слот, который так называется дисплейсмент, ну, получается, ожидаемые последствия. Материал дает выпуклость. Давайте я оставлю сейчас только вот эту стеночку, чтобы все остальные объекты... Да ну чё ты? Да. Отлично. Вот это я сглазил, сказав, что у меня 3D Max 2020 практически не весь дома за все это время. Он решил отыграться во время выступления. Ну, извините. Здесь, да, небольшая беда с установкой софта была. Из-за этого все эти проблемы образуются. Ладно, сейчас доделаем с дисплейсом, полюбуемся результатом. Я так понял, что ему не нравится, когда я захожу в интерактив превью и вырубаю его потом. Ну ладно, уже осталось немного.
Давайте документы. Макс. Автобэк. И вот еще один. Красавец. Вот мы и откроем. Но и остановились мы на том, что я взял материал, подключил ему карту дисплейса. Ну а теперь что нужно сделать? У короны силы дисплейса сдается min level, max level. Это насколько сильно заглубить внутрь стены и наружу. Я вот min level, ну не знаю, даже вообще не буду ставить. Max level поставлю, допустим, 8. Это означает, кирпичи на 8 сантиметров торчат из стены. У V-Ray похожая менюшка есть. Плюс у V-Ray есть еще одна очень важная менюшка, которая находится в сеттингах. Она называется Displays по умолчанию. Тут есть понятие Age Lens. Это насколько качество дисплейса высокое или низкое. Чем эта величина меньше, тем дисплей лучше. Ну, я особо не буду усердствовать, допустим, троечку поставлю. Ну, а теперь, нажав рендер, можно полюбоваться результатом. Ну, не очень глубокие получаются кирпичики. Можно лучше побольше использовать. Но вот более-менее заметен. Если говорить конкретно о V-Ray, то с V-Ray это было бы лучше сделать чуть-чуть по-другому. С короной вот такой способ. А с V-Ray есть способ чуть-чуть иначе работающий. К этому объекту можно применить модификатор специально. Который называется V-Ray Display. Он еще точнее контролирует работу. Ну, впрочем, ладно, сейчас не буду с этим заморачиваться уже. Изначально, конечно, под корону все это делал. Ну, вот оно как-то чуть-чуть чувствуется. Единственная радость, можно еще разочек показать вам, как вот эти замечательные эффекты свечения работают. Включим Bloom Glare. Он должен цепануться вот за эти лампы. Можно сделать его поярче. Он видит. И красивое свечение. Добавить на линзу немножко пыли. Сделать такой не очень сильный. Ну и вот теперь это вот свечение вокруг, оно такое сложное с протуберанцией. Царапку добавить. Вот вертикальная царапка, теперь свечение растягивается вверх. Да, корона пока так не умеет. Ну что же, друзья мои, я прошу прощения, конечно, за фейл с короной. Не получилось ее запустить. Ну, блин, сейчас мне еще придется очень долго ждать, пока она установится. Интернет оказался медленным, а начальная установка не я ее выполнял, но да, получилось немножко неудачно. Но по короне, встретить, собственно говоря, единственная вот радость, которую можно было показать, это работу дисплейса, которая срабатывает очень быстро, при этом красиво. Ну, если поставить себе третью корону, думаю, сами примерить на дисплей с картинку, посмотреть, как это выглядит. Выглядит действительно впечатляюще. На этом все. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, друзья. Мы, кстати говоря, сейчас переходим здесь на чтение курсов по версии 2020. Все вот это вот с V-Ray, с короной, это все у нас уже сейчас будет читаться наш специалист именно по этим версиям. Значит, так получилось, что мы по 19 марта практически не читали курс, 18, 18, 18. И сейчас будет почти сразу переход на 20. 19 как-то, да, не особо зашла. Уважаемые вебинаристы, тоже извините за некоторые проблемы с технической стороной. Ну, тут бывает вот такое, хотя это редкость большая.